Ну а спонсор сегодняшнего видео — магазин аккаунтов Valorant Sale. Именно тут ты можешь найти самый большой ассортимент аккаунтов с абсолютно любыми скинами. Также на сайте продаются рандомные наборы, в которых может упасть как дешевый, так и очень дорогой аккаунт. Ссылка на сайт находится в закрепленном комментарии. Ну а мы переходим к ролику. I'm going for one more, fuck it. Годы идут, а Шрауд все не меняется. Всех приветствую на канале Бомба Микрофона Ван Вэй. Вот и новая подборка лучших клипов дня. Напоминаю, что каждый, кто сейчас смотрит это видео, может попасть в один из моих роликов. Достаточно лишь отправить свой клип по ссылке в описании. Присаживайтесь поудобнее и смотрите на сочный квадрокилл от Дефо. Sheesh! Or is that you running? Okay. Товарищ инстапикер и Джет, смотрите и запоминайте, как надо на ней правильно играть, и переставайте уже фидить. It all comes down to the heroics of Seven now, peeking in towards both. Spots out one, might spot the shoulder, has indeed. Swings out for the next! And it's gonna be Seven getting peeked one by one by one there. Spike на миде. Они все. Я один не знал, что через эту стену можно так перепрыгнуть. Evan. Сломайся нахуй. Иди. What? That was sick. Yo, focus up, man. Spike down, beat. One enemy. Шрауд берет клатч и даже не отрываясь от еды. Not good luck. Oh my god. You never lose these. 58 to the killjoy. 35 to the enemy remaining.
on, losers! Oh, wow. I told you! Give this guy the fucking brisket. Give him as much brisket as he can eat. Oh my god, I told you don't lose those. Last player spike down, B. Minus 46. It is. Where is everyone hiding? 10 seconds left. Они не заплантят, у них нет времени. Они не успели, ты выиграл. Стой, 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 стой. Блин, ладно. Сотая. От такой разыгровки с оператором, мне кажется, даже Синет был бы в шоке. Спасибо за 10 рублей. Привет, можешь рассказать, как тренируешься и как с тильтом справляешься? С тильтом, не знаю, я просто себе всегда говорю, то, что тильт это такая фигня и типа беспонтовая, она нафиг не нужна. И это меня отталкивает от этого постоянно. А тренируюсь? На ютубе можешь найти видео. Там есть полноценная тренировка. Нажмук. Я совет. Грамотно. By the way, in last act, I didn't get Raiden. A fucking noob, that's all I can say. Really? Do you think so? Yep. Yep. Sorry. Ну вот и все, последний клип. Если тебе понравилось видео, поделись им с друзьями и подпишись на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр. До завтра. Еще. Oh my god!